Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Аникеев, и в этом видео я расскажу про промоушен от компании Incruises, который стартовал в январе 2019 года, и пока на сегодняшний день он еще существует. Потому что компания говорила, что этот промоушен точно продлится до лета, а потом они не знают, может быть, уберут, может быть, оставят, смотря как он будет работать. Соответственно, пока у вас есть такая возможность поучаствовать в этом промоушене, вам обязательно надо воспользоваться этой возможностью. Потому что промоушен называется «Быстрый старт», и он направлен на тех людей, которые к нам только что или недавно присоединились. Какие есть сразу же преимущества этого промоушена? Они следующие. Если вы стартуете в этом бизнесе, то вы можете дополнительно к тем деньгам, которые вы будете зарабатывать по маркетинг-плану компании, вы еще можете дополнительно, друзья, внимание, дополнительно к себе заработать $2100 за, на мой взгляд, очень простые действия. Они не легкие, они простые. То есть вы дополнительно в течение 3 месяцев подряд можете получать по $700 ежемесячно, 3 месяца подряд. При условии том, что у вас в этот момент будет ваш доход или зарплата в Incruises порядка там $300-500. То есть практически компания даже больше, чем увеличивает в 2 раза ваш чек, вашу заработную плату. Итак, давайте про условия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы вы могли претендовать на этот промоушен? Поехали. Первое условие – это промоушен, он длится, или у него есть регламент по времени 90 дней. С того момента, как вы приобрели франшизу или как стали партнером компании Incruises. С этого момента у вас пошел отчет 90 календарных дней. Второе условие, которое вам необходимо выполнить в течение этого периода времени, это стать маркетинг-директором. Как вы знаете, маркетинг-директор – это структура в размере, ваша команда в размере 30 человек. Оборот около, не около, а $3000 и больше. Соответственно, это реально сделать при условии, что вы делаете это все вместе, всей командой. Это не вам надо в первую линию 30 человек, да, или оборот $3000. Вы можете всей командой сделать уровень маркетинг-директора. И третье условие, она работает одновременно с предыдущими двумя, что у вас в вашей команде, в вашей структуре, еще раз, не один вы, да, а в вашей команде должно быть реализовано 30 франшиз. 30 франшиз или VIP-партнерство. Если вы выполняете вот эти три условия, вы автоматом, грубо говоря, получаете промоушен компании в этом месяце, в следующем месяце $700 дополнительно к вашим чекам, которые вы и так заработаете. Вот. Маленький нюанс, да, если вы претендуете или хотите получать этот промоушен во второй месяц еще $700, то, естественно, вам надо поддерживать квалификацию маркетинг-директора. В третий месяц то же самое, поддерживайте просто квалификацию маркетинг-директора, вы в третий месяц тоже получаете $700. В совокупности это $2100. Еще немного давайте еще расскажу про третий пункт, потому что третий пункт можно еще альтернативно выполнить. Каким образом? То есть, как я сказал, 30 франшиз во всей структуре, хоть в одной структуре, в одной ноге у вас там 30 продаж, соответственно, вы получаете вот этот пункт выполняете. Но альтернативно вы можете выполнить, если вы, допустим, делаете следующим образом. Если вы, у вас есть 30 клиентов, это те люди, которые приобрели членство в клубе, стали круизерами, и одновременно у вас продано 30 партнеров, так называемых. Это партнерское участие. Одновременно, если выполняется 2 условия, это равноценно продаже 30 франшиз в вашей структуре. Поэтому, друзья, очень важно, как вы стартуете, очень важно, как вы стартуете не только в этом бизнесе, но и в целом, да, потому что этот задел будет вам помогать всегда. Как обычно у нас люди спрашивают, они спрашивают, когда ты стартанул, сколько ты зарабатываешь и был ли ты в круизе? 3 топовых вопроса, которые задают людям. Соответственно, когда у вас выполнен быстрый старт, ты говоришь, я стартанул и я в первый же в месяц вышел на 100 тысяч рублей в месяц. Это реально сделать, если вы выполняете промоушен быстрый старт. Это порядка 100 тысяч рублей в месяц выходит, если вы делаете быстрый старт за 1 месяц. Поэтому, друзья, принимайте решение и принимайте решение стартовать быстро. Включайтесь в работу сразу же с первого дня.